хорошо. А вам? Мне хорошо. Мне просто здорово. Просто хорошо. Даже трудно описать это состояние. Хорошо. Спокойно. И мир вот здесь на душе. Благодарю. Просто хорошо. Просто здорово. Кладут болгары к чашке кофе вот такую бумажку. Вот такую. Если ее развернуть и посмотреть, что здесь написано, то мы увидим. Счастье. Счастье. Мне выпало счастье. И это правда. И чем больше я живу последние 6 лет, тем больше я понимаю, какое это счастье. Счастье быть детем Божьим, быть под Его заботливой рукой, под Его защитой. Осознавать, что ты не один, что ты не брошен, что у тебя есть будущность и надежда. Невероятное счастье. Огромное количество людей знает такое невообразимое море сведений разнообразных, информации. Кто-то изучает, как устроен синхрофазотрон всю жизнь. Кто-то изучает породы собак и в этом собаку съел. Кто-то знает, как ресницы клеить для совершенства, кто-то рисует, кто-то музыку создает, кто-то поварит со страшной силой и успехом, кто-то занимается сетевым маркетингом, кто-то что-то в чем-то достиг совершенства и потратил на это всю жизнь. Но не так уж много людей знает самое главное. Не знает, как стать детем Божьим. Не знает, как защитить себя и спастись. Абсолютное большинство людей, к сожалению, идет из этого мира, так и не поняв самого главного, самого основного знания. Как стать Божьим детем и получить наследство, причитающееся по закону. И для этого не надо никаких особых знаний. Нужно просто поверить в то, во что предлагает тебе поверить Бог. И всю твою жизнь, начиная с младенчества до последних дней, Он стучится в твое сердце, в твою душу, в твой разум, через разных людей, через разные источники, и пытается достучаться до тебя. Поверь, 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 выбери поверить в то, что Иисус Христос умер за тебя, что Он, Бог, пришел на землю, жил как человек, и отдал свою жизнь, пролил кровь за то, чтобы ты был спасен, чтобы стал детем Божьим. Он воскрес, и сейчас Он в духовном мире на небе и ждет нас. И приготовил нам там дом, обитель. И обещает нам такое славное наследие, такое богатство, которое нам трудно представить. Невероятно. Даже будучи верующим человеком, мы забываем об этом. Я, во всяком случае, часто забываю, чем я располагаю, какая власть и сила внутри, какие возможности внутри. Бог внутри живет, и я могу многие видеть. Все возможно верующим, написано. Иду я позавчера
пляжа домой. И думаю, вспоминаю, что мне сказали купить мясо. И помню, что вот в этом районе маленькие улочки в центре, накручено, наверчено, маленькие узенькие улочки. Где-то я видел хороший, маленький такой, аккуратненький, беленький, чистенький мясной магазин. Где-то здесь. Много раз видел, не могу найти. Хожу, ищу, не могу найти. Итак, уже устал, давно хожу, молился 2 часа. И туда, и сюда не могу найти. Да что ж такое, знаю, где-то здесь не могу найти. И вдруг я вспоминаю, Я же верующий, я же могу немедленно обратиться к Богу, он мне поможет. Я говорю, Дух Святой, выведи меня сейчас на этот магазин. Я уже устал, хочу зайти в этот магазин. Поручено купить мясо. Все, я отдаюсь, вот куда поведешь, туда и пойду. И не глядя, иду, не раздумывая, не соображая, отдался в его руки. Минуты не прошло, минуты не прошло, как я оказался перед этим магазином. Мне так стало стыдно и радостно одновременно. Ну почему я раньше не попросил? Может быть, я стесняюсь, может быть, мне неловко, может быть, я не привык опираться каждую секунду на Божью помощь. Но он хочет, он ждет, когда мы попросим, когда мы перестанем полагаться на себя. Он говорит, надеющийся на себя глуп, полагайся на Бога во всех путях твоих, а надеющийся на себя глуп, он-то знает, что творится вокруг нас в духовном мире, мы слепые ходим. Мы же не знаем, что вокруг духовные существа. Мы же не знаем, что одни хихикают над нами и радуются, что мы не просим Бога, а другие огорчаются и говорят, ё-моё, так я же вот его ангел, я же его наставник, я же его спаситель, я же его хранитель, а он меня не просит ни о чем. Боже мой. И вот такое озарение приходит, раз вот ты вот попросил наконец-то, сообразил, на тебе, сразу же, без упреков, безо всяких, без разговоров, на получи. Невероятно. Какое счастье, что я верующий человек. Какое счастье, что Бог меня избрал и привел к нему. Будьте благословенны. Пусть Бог вас выберет, если Он вас еще не выбрал. До свидания.